Пушистый зайчик, блестящие ушки в стиле Микки Мауса и мягкий сквиш-панда. Сегодня мы расскажем, как задекорировать старый чехол и создадим целую коллекцию стильных и ярких одежек для твоего телефона. Первую идею декора начнем с пайеток. Заклеиваем пайетками чехол, оставляем прямоугольное окошко посередине, берем искусственные пряди каниколона, заклеиваем ими пустое пространство. Палочку для кофе разрезаем. Крепим кусочек палочки на чехол. Готово! Сладкая вата на палочке поднимет настроение кому угодно. А теперь нам понадобится пластиковая крышечка и крупные блестки. Высыпаем блестки на крышку. Горячим пистолетом крепим крышку к стенке чехла. Как красиво переливаются под пластиком блестки. Украшаем крышечку лентой со стразами. Теперь нам понадобятся перышки. Горячим пистолетом крепим декоративные нити. Приклеиваем перья. Крышку украшаем узором, напоминающим плетение. Ловец снов для телефона готов. Смотрится очень нежно. Расскажем, как украсить телефон с помощью самозастывающего пластилина. Лепим мордочку панды. Из пластилина черного цвета делаем лапы. Берем маленький воздушный шар. Набиваем шарик синтепоном. К полупрозрачному чехлу крепим пластилиновые части панды. Вместо туловища приклеиваем шарик с наполнителем. Получилась забавная панда со сквишем посередине. Его так приятно нажимать. Для следующей идеи нам понадобится силиконовый чехол и светящаяся бумага. На бумаге рисуем жирафа. Вырезаем. Отклеиваем защитный бумажный слой. Крепим жирафа на чехол. А еще можно разрезать бумагу на маленькие кусочки и выложить красивый геометрический узор, который светится в темноте. Светящийся чехол – это не только необычно, но и очень удобно. Теперь даже в самой кромешной темноте ты знаешь, где лежит твой телефончик. Для следующего лайфхака нам понадобится обычный чехол для телефона. Подготовим кусочки картона и самоклейки, чертим на них одинаковые круги, вырезаем. Склеиваем попарно. Обводим на кружке уголок телефона. Вырезаем. Приклеиваем ушки к чехлу. В качестве декора используем стразы. Смазываем поверхность прозрачным клеем. Пинцетом выкладываем стразики. Заполняем всю площадь круга переливающимися блестяшками. Добавляй в свою коллекцию стильный чехол с гламурными ушками. Такой точно будет только у тебя. А теперь возьмем силиконовый чехол из старого игрушечного зайца. Вынимаем из зайчика наполнитель. Разрезаем по шву, отделяем ушки и верхние лапки, лишние убираем. Горячим пистолетом крепим меховую оболочку игрушки к чехлу. Приклеиваем ушки. Пушистый край декорируем атласной ленточкой. Такой мягкий меховой крольчонок не сможет оставить тебя равнодушной. В новом пушистом чехле телефону будет очень уютно. Далее расскажем, как превратить старый, поцарапанный чехол в яркий аксессуар. Нам понадобится плотный пакет. Обрезаем его по контуру. Наносим по периметру клей и крепим чехлу. Одну из сторон оставляем пока не заклеенной. Берем косметический глицерин и с помощью пипетки наполняем пакет. Засыпаем внутрь блестки. Заклеиваем край термоклеем. Получился чехол под кодовым названием «Релакс». У плавающих в глицерине блесток просто суперэффект, и они отлично успокаивают нервы даже после самого неприятного разговора по телефону. Для следующего лайфхака берем силиконовый чехол и рисуем на нем фламинго. Вначале розовую шейку,
затем клюв и хвостовое оперение. Закрашиваем клюв черным и рисуем глаз. Нам понадобятся маленькие помпоны и розовые нитки. Приклеиваем нитку к помпону. Крепим фламинго тонкие лапки. Посередине приклеиваем большой помпон из ниток. Для яркости с обратной стороны чехла крепим листок из фоамирана. Примеряем телефону новый чехол. Яркая одежда с фламинго ему явно к лицу. Для воплощения еще одной идеи. На экран телефона выводим увеличенное фото стрекозы. Накрываем прозрачной пластиковой крышкой. Обводим по контуру маркером. Вырезаем крылышки канцелярским ножом. Теперь нам потребуется мелкий глиттер. Наносим на крылья клей и посыпаем сверху блестками. Используем блестки разных цветов. К двум шарам блестящих крыльев подбираем заколку и небольшую катушку от ниток. Крепим крылышки к заколке. Горячим пистолетом крепим стрекозу к катушке. Приклеиваем катушку к чехлу. Получился удобный поп-сокет. А красотка-стрекоза приведет окружающих в полный восторг. Как же красиво сверкают ее крылышки! А для следующего лайфхака нам понадобится силиконовый клей и крахмал. Порошок крахмала высыпаем на поднос. Добавляем клей. Защищаем руки одноразовыми перчатками и смешиваем ингредиенты друг с другом. По консистенции должна получиться однородная эластичная масса. Капаем синий краситель. Перемешиваем. Раскатываем получившееся синее тесто. Заворачиваем телефон в пленку и кладем на раскатанную массу. Загибаем края. Лишнее срезаем ножницами. Прозрачным лаком для ногтей покрываем поверхность чехла. Свежий слой лака посыпаем блестками. Готово! Блестки на синих разводах мрамора смотрятся очень эффектно. В этом лайфхаке используем чехол темного цвета. Намечаем на нем контуры единорожки. Белой краской раскрашиваем мордочку и ушки. Рисуем розовую челку. Мягкими мазками рисуем голубой рог. Добавляем копытце. Рисуем мордочку. Хвостик делаем разноцветным. Берем небольшую радугу сквиш. Нам также понадобятся сломанные наушники. Обрезаем провод. Разрезаем сквиш ножницами и крепим к нему штекер от наушников. Надеваем чехол на телефон. Вставляем в телефон заглушку. Такой яркий единорожка с радужным хвостиком точно не даст заскучать своей хозяйке. Для следующего лайфхака смазываем стекло жирным кремом. Берем в руки горячий пистолет. Рисуем термоклеем вытянутую голову Грута. Дорисовываем тело. Аккуратно снимаем малыша со стекла. Расписываем красками. Используем коричневый и зеленые цвета. Горячим пистолетом крепим малыша Грута к чехлу. Маленький Грут стоит на страже галактики твоего телефона. Такой милаха. А теперь расскажем, как украсить чехол с помощью фетра. Красный фетр обрезаем по размерам чехла. Не забываем оставить окошко для камеры. Крепим кусочек желтого фетра, сверху приклеиваем зеленый. Лишнее обрезаем. Черным маркером рисуем арбузные косточки. Далее нам понадобятся липучки. Приклеиваем по углам силиконового чехла и к фетру. Крепим арбузик к чехлу. Делаем из фетра яркий киви и солнечную апельсинку. Они послужат сменным декором. Если арбузный чехол надоел, просто снимаем его с липучек и крепим другую фруктовую половинку. Какого вкуса будет твой чехол сегодня? Будь разной каждый день! И как тебе обновленный гардероб для твоего смартфона? Какой из этих лайфхаков понравился тебе больше остальных? И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и жми на колокольчик, чтобы первым смотреть все новые идеи от TrumTrum Select.